Одинцовский городской округ является лидером по количеству разыгранных мест размещения нестационарных торговых объектов в Подмосковье за 2019 год. Современный торговый павильон должен отвечать определенным требованиям, соответствовать утвержденному в муниципалитете архитектурно-дизайнерскому решению, быть удобным, функциональным, оборудованным всем необходимым. На площадке должна быть установлена урна нового образца, информационный стенд, доступная среда, видеокамеры и QR-код.